Всем привет! Иногда мы, девушки, сталкиваемся с враньем со стороны парня. Конечно, это неприятно, но все можно предотвратить. Существуют такие невербальные знаки, которые помогут понять, когда человек врет. Некоторые люди пытаются притворно покашливать, избегают зрительного контакта, неконтролируемо прикасаются к носу. А сейчас мы посмотрим, как это выглядит в реальной жизни. Саш, ты можешь не играть хотя бы в тот момент, когда мне нужна твоя Сейчас помощь? Сейчас еще один раунд, на сегодня все, обещаю. Окей, договорились. Чем займемся? Нам нужно съездить в магазин за продуктами. Отлично. Ну что, идем? Сейчас я губы подкрашу. Ну что, идем? Саш! Чем мы сюда пришли? Ой, смотри, у нас с тобой большой список, значит, колбаса, сыр, хлеб. Сколько времени для себя опять проведем? Сколько денег мы потратим? Вообще-то мне нужно купить умыватель. Буду зубная паста, зубная щетка, туалетная бумага, туалетный утенок. Саш, Саш, ты меня слышишь? Конечно. И? Нам нужно купить умыватель. Какой? Для стекол умыватель. Все, пойдем. Hey, Саш, давай сходим куда-нибудь сегодня вечером. Так давно никуда не ходили. Куда, например? Настя сказала то, что в кино идет прикольная комедия. Слушай, братан, мы тут на списке Сереги подваливаем. Саш, ты куда? У меня появились дела. Как же кино? В кино сама сходишь, ну или подруг своих возьмешь, Аню, там, Марину. Есть и меньшие компании, которым больше нужны деньги. Ты же знаешь, как сильно я тебя люблю. Только что мы с вами посмотрели на наглядном примере, как выглядят невербальные знаки лжи. Но не забывайте, это всего лишь знаки. А вот в чем причина лжи, это уже другая история. Ставьте лайк, если вы считаете это видео полезным, подписывайтесь на наш канал и помните, любовь всегда побеждает.